Здравствуйте! Прямо сейчас мы поговорим про одну из самых известнейших групп на последний момент, которую в последние дни обсуждают из каждого утюга. Участники группы Little Big, которая должна была выступать от России на Евровидении, поддержали отмену музыкального конкурса из-за распространения коронавируса. Еще в среду они написали на официальной странице группы в Instagram, что решение является единственно правильным в сложившейся ситуации. Наверняка вы уже слышали про Евровидение 2020. Оно отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации, говорится в сообщении. Также артисты поблагодарили всех соотечественников и зарубежных слушателей за огромную поддержку. Ранее в этот же день организаторы Евровидения сообщили во всех соцсетях мероприятия, что конкурс в этом году переносится из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним, что сам конкурс должен был состояться в Роттердаме. Это Нидерланды с 12 по 16 мая. После этого представители группы Little Big, которая должна была выступать на конкурсе от России, сообщили о том, что они поддерживают данное решение в своих соцсетях. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!